Макс Ньюс. Добро пожаловаться. Я хотела спросить, вы слушаете меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу. Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принят? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня будет, господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги просят. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Добрый день, уважаемые слушатели. Программа «Добро пожаловаться» и председатель правления товарищества Центр консультаций собственников квартир Сергей Сидорко в нашей студии. Доброе Здравствуйте, утро. Доброе утро. И также председатель кооператива «Бака-2». И ваши вопросы, которые, я надеюсь, будут, вы можете задавать по коммунальным всевозможным делам. 67212-93-9, 67-213-93-9. Вы можете писать нам в WhatsApp 230-6191, 230-6191. Ну и если говорить о том, что меняется вот в этом году, наверное, одна из таких самых тоже болезненных ключевых тем, вокруг которой и с прошлого года такой ажиотаж раздувался, это проблема мусора, насколько подорожает, насколько какие... Здесь проблемы с тем, что меняются условия вывоза мусора из города. Вот что сейчас известно? Ну, давайте еще раз повторимся о том, что совершенно очевидно, что цены будут повышаться, и мы на это, как жители или собственники квартиры, вряд ли сможем повлиять, потому что это решение идет свыше, и там сложилось мнение о том, что надо повышать цены, чего-то не хватает на что-то. Это первое. Второе, что сейчас вызывает самые большие опасения, и на то, что опять кажется, мы не сможем повлиять, это на условия заключения договора. И если сохранится тенденция, что каждому определенному району или там зоне будет выделен один поставщик услуги, то в этом случае мне очень сложно представить, как мы сможем вообще заключить честный договор. Потому что опыт того, что предлагала ТВИГа, которая имела монополию в плане заключения договора, заключался в том, вот, ребята, вам текст, мы ни за что не отвечаем, там прямо в договоре, если кто сомневается, может прийти посмотреть этот типовой договор, где сказано, что если мы опоздали, ничего страшного, если мы не приехали, то это технические проблемы, и за это мы не несем ответственности, если мы посчитали, что у вас слишком много мусора в контейнере, то это тоже ваши проблемы, в общем, все ваши проблемы, мы приезжаем и вывозим, если вывозим. Но платите вы регулярно по графику. То, что вот мы даже не приехали, но вы за это платите. В контейнер полупустой вы платите как за полный. Контейнер вообще пустой, вы все равно платите как за полный. Ну, такие условия договора предлагала ТВИГа. И на сегодняшний день у меня очень большие опасения, что в результате вот этого конкурса, который сейчас проводится, где, ну, типа конкуренция, то есть мне непонятно, в чем будет конкуренция, если, скажем, Пурцем, Суплявником и Мештемсом назначат одного поставщика услуги. И ты с точки зрения норматива обязан с ним заключить договор, с одной стороны, если не заключил, то ты виноват. Но рычагов воздействия на него, на поставщика, абсолютно никаких нету, потому что до этого у нас было так, у нас было три поставщика услуг, я понимаю, что это может быть с точки зрения там, логистики и всего прочего не было совсем рационально. Ну, и по крайней мере, я мог сказать так, ребят, мы не можем с вами договориться, я уйду к другому. Здесь это действовало. Это действовало. Это действовало, мы добивались. В общем-то, недаром для
властей, наверное, было таким открытием, что цена мусора повышается на такую большую цифру, потому что действовала не только система вот этих вот пониженных цен, но еще действовала система скидок, инкассации и так далее. То есть там действовал целый ряд бонусов, который позволял существенно снизить цену. В том числе у меня в кооперативе было договорено, мы провели фактические замеры и учли то, что заполняемость контейнеров неполная. И с этим коэффициентом, то есть не по объему пустых контейнеров определяли вывоз мусора, а по коэффициенту определенному, что тоже справедливо. Но на сегодняшний день вот эти два момента, которые вызывают очень большую озабоченность. И еще одна вещь, которая меня начала, ну, так немножко настораживать, это то, на что мы можем повлиять. Если на первые две вещи мы вряд ли сможем повлиять, и еще в силу также того, что собственники квартир не являются потребителями, и у них сегодня нет никакого, скажем, арбитражного органа, который защищал бы права собственников квартир. То есть Центр по защите прав потребителей полностью расписался, что это не его компетенция, и фактически сегодня нет ни одной. А как? Ну, подождите, ведь они же пользуются услугой, которую предоставляют. Есть целая такая, у меня такая пачка, там куча министерств, известных юристов и Центр защиты прав потребителей. Долго-долго юридически что-то обсуждали. В итоге вы пришли к выводу, что собственники квартир, поскольку договор заключается не от имени одного личного собственника, а от копии бы, не являются потребителями и не попадают под все законы по защите прав потребителей. Таково наше законодательство. Ну да, это немножко странно, потому что если получается, что мы пользуемся услугой, я не знаю, но вот мы купили, я купил билет всем коллегам на работе, мы пошли в кино, и сеанс сорвался из-за того, что не, ну, если мы все вместе скинулись, что от этого мы не являемся потребителями. Нет, то есть как-то... в данном случае, видимо, юридическая сделка выглядит так, что вы лично пришли, купили 60 билетов, да? Если общее количество билетов не ограничено законом, то это сделка между физическим и юридическим лицом, и вы являетесь потребителем. Но это в очень грубом приближении. В данном случае сразу заключается сделка кругом лиц, коллективом, и на основании и юридическим лицом. Значит, по факту не одним физическим лицом, а коллективом, и все. Вот тут мы упираемся в то, что мы не потребители. И такие разъяснения даны, и даже если вы сейчас откроете сайт это «Птаца», то там сразу на первых инструкциях написано, что собственники квартир не являются потребителями, но они могут поспособствовать получить ответы на вопросы. То есть сейчас все, что делает Центр по защите прав потребителей, если кто-то из собственников там им напишет, что я вот там несправедливый или что-то еще, то они могут переслать это письмо второй стороне и попросить ответить. Вот все, что может быть. То есть никаких там защитных механизмов, никаких разбирательств нету. По факту сейчас собственники квартир поставлены перед таким положением, если ты чем-то недоволен в плане оказанных тебе коммунальных услуг, иди в суд. Но я бы сказал, что и гражданские суды, наверное, тоже не такая организация, которая сидит, им делать нечего. Они так или иначе перегружены. И все-таки конфликтные ситуации такого рода, как заключение договора, если, допустим, для любого заемщика, любого, кто берет кредит или берет что-то в лизинг, то Центр защиты прав потребителей, там очень серьезные ограничения на содержание договора и следит за тем, чтобы он был справедливым и честным по отношению к двум сторонам, то здесь нет, здесь защиты нет и не предвидится. И самое удивительное, что ведь это касается, если... Ну, условно говоря, там с несправедливостью сталкиваются, ну, там некачественные услугами единицы, ну, десятки, сотни, но во всяком случае, ну, процентуально, то здесь касается практически всех вывоз мусора, это все жители города, и здесь вот невозможно найти...
Здесь невозможно будет никакого компромисса, никакого справедливого решения найти будет невозможно, либо это будет какая-то очень, очень серьезная судебная баталия, которая затянется на многие-многие годы, потому что даже не очень понятно, какой судебный иск против кого можно. Но вот они говорят так, вот заключайте на наших условиях. Я говорю, мы можем сказать, что нас условия не устраивают, мы хотим изменить того и того. Вторая сторона говорит, мы не будем. И что дальше? Что дальше? Ну, они просто не вывозят мусора, мусора тебя тупо штрафуют городские власти за то, что ты не заключаешь договор. То есть на сегодняшний день же сделаны принятые правила Рижской думы, говорят о том, что домоуправление обязано заключить договор. Ну, практически это получается ситуация, что вот я иду в магазин, и вдруг выясняется, что я могу купить товар только в одном магазине, если мне не нравится стоимость, меня же еще и штрафуют за то, да, что... Да, совершенно. Ну, вот если бы вот эти, да, вот, скажем, дымовые, вот, предположим, вот эти индикаторы продавались бы только в одном месте, меня бы это не устроило, и за то, что я не приобрел этот дымовой индикатор, меня бы оштрафовали. То есть это, мне кажется... Ну, тут, видите, я бы сказал так. На самом деле, Рижская дума, я думаю, что на самом деле, сама идея о том, что какая-то одна зона должна иметь одного поставщика услуги, наверное, это верная идея, сама по себе. Но тогда давайте обосновимся, а что это за услуга? Сегодня все называют это обслуживание мусора. Какое к черту обслуживание мусора, когда тупо приезжает грузовик и вывозит этот мусор до полигона? Обработка мусора производится на полигоне, а это транспортная услуга. Ну так давайте ее регулировать. И не только по условиям конкурса, чему должны соответствовать этот транспорт, там еще какие-то параметры. Ну и давайте тогда утвердим по городу типовой договор, в котором мы говорим все права и обязанности между обеими сторонами. Но я еще раз подниму вопрос. Вот в предыдущем договоре с Риги было записано, что они не несут ответственности за то, что они не смогли подъехать. У меня возникает вопрос, а что значит не смогли подъехать? Я им предложил, сразу написал письмо, что давайте мы обследуем, есть у вас менеджеры, обследуем все наши контейнерные площадки, определимся, что мешает вам подъехать. Узкий проезд, там недостаточно качественная дорога, отсутствие знаков, ограничивающих там стоянку, ну или какие-то там. Давайте мы все это устраним, и после этого не моя забота. Я обеспечу нормативами определенные условия с тем, чтобы вам был беспрепятственный подъезд. Если вы подъезжаете и видите, что кто-то нарушает правила дорожного движения, ну, это уже не моя проблема. У вас есть телефон, вызовите, пожалуйста, полицию, пусть эта полиция с этим человеком разбирается. Но мне-то почему должны страдать жители, которым получается же, что мы не можем подъехать, значит... контейнеров количество ограничено, она начинает переполняться, меня после этого начинают штрафовать за то, что переполненные контейнеры. С другой стороны, потому по условиям того же договора, если у грузовика или у компании случилась техническая проблема, то они не смогли сегодня приехать, и то же самое произошло, они за это ответственности не несут. Ну да. Очень такой любопытный момент. Дальше абсолютно непонятен по... Вот есть очень хорошее, скажем, положение о том, что вывоз сортированного мусора бесплатный, а не сортированного платный. Хорошо, на сегодняшний день население, об этом я бы поговорил отдельно, очень сильно игнорирует вопрос сортировки мусора. Но если завтра оно бросится сортировать мусор, то я вас уверяю, что... где-то по объему, поскольку у нас установлены правила по объему вот то, что отсортировывается и подлежит бесплатному перевозке, составляет примерно 75-80% от всего объема мусора, который сейчас... И я хочу сказать, что вот на своем личном опыте очень часто вот эти мусорные контейнеры в центре вот для сортированного мусора, они просто переполнены. И, к сожалению, вот даже я вижу, что люди оставляют просто в мешках, в кульках возле этого контейнера, потому что туда уже невозможно запихнуть. Ну, это, скажем так, я бы сказал, что эта проблемка, она существует, как и люди зачастую заявляют, что в один и тот же мусоровоз грузится сортированный, не сортированный. И я бы сказал, это вопросы технические. Нужно сортировать. Я закончу мысль относительно сортировки мусора, потому что если будет активная сортировка мусора, то объем
вывозимого платного мусора резко сократится, процентов на 75, на 80. И как тогда будет пересматривать договора, которые заключены сегодня на объемы несортированного мусора, вот тут, я думаю, будет еще одна битва, когда эта компания будет упираться рогами и ушами только в то, чтобы ни в коем случае не снимать эти объемы. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Да, сделайте чуть-чуть тише. Я по поводу сырости в наших подвалах. Мне кажется, что при строительстве дома была предусмотрена естественная вентиляция подвалов, если я не ошибаюсь. Не ошибаетесь. Но потом, в новое время, эти окна пристенные были заложены кирпичами. И, естественно, у нас повышенная влажность, грибок, сырость, ржавчина и так далее. Это один вопрос. И второй, пожалуйста, коротко. У нас пострадала труба ливневой канализации, и нужна проектная документация ремонтникам. Где она хранится, эта проектная документация при строительстве дома? Где мне искать? Бувалды нет. Спасибо. Спасибо. Значит, вопрос первый. Да, естественно, вентиляция в подвалах была предусмотрена во всех. Есть определенный норматив, какой площади должны быть отверстия вентиляционные для естественной вентиляции, чтобы обеспечить нормальный микроклимат в подвале. Все это есть, и это надо восстанавливать. Надо восстанавливать. Проектная документация, если речь идет о серийных домах, то есть парочку архивов, я не буду сейчас называть организацию, но они есть, где можно найти типовой проект, не индивидуальный, потому что хоть это серийные дома, то в каждом доме какие-то были отклонения или какие-то изменения, и поэтому вообще оригинальная документация на дома хранилась в домоуправлениях, ее просто кто-то на стыке, вот на переходе времен в 90-е годы ее уничтожили. Но в архивах вы можете найти. Относительно ливневой канализации, если это касается подключения к дому, то вам нужно обратиться в Егосуденц, попытаться оттуда начать. Там может быть часть такой документации. Угу. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Я прошу прощения. Каким образом можно восстановить эту естественную вентиляцию, по-вашему, пожалуйста? Угу. Очень просто. Нужно просто сделать вентиляционные окна. Должны быть отверстия, площадь этих отверстий, я боюсь сейчас называть в эфире, потому что есть там, по-моему, порядка 1/50 должна быть вентиляционная площадь вентиляционных отверстий от площади подвала. Но цифра эта прописана в нормативе, ее можно посмотреть и сделать просто отверстие в подвале и закрыть его решеткой с жалюзи, чтобы воздух свободно перемещался, вот и все. Это проблемы особо не представляет. С ливневкой будет посложнее, но тоже концы нужно найти. Я напомню нашим слушателям, что это программа «Добро пожаловаться». Председатель правления товарищества «Центр консультации собственников квартир» Сергей Сидорко в нашей студии. Сейчас время нам сделать небольшую паузу, перерыв, после чего мы вернемся и продолжим принимать в том числе ваши звонки по телефонам 67212-939 и 67213-939. «Микс Ньюс». Продолжается программа «Добро пожаловаться». Сергей Сидорко в студии. Мы отвечаем на ваши вопросы по коммунальным темам. Но вот мне кажется, что надо еще раз, может быть, действительно сакцентировать внимание наших слушателей, на той ситуации, что когда люди начнут, я понимаю, цепочка будет такая логическая, когда люди начнут получать большие счета за вывоз мусора, они начнут более активно сортировать мусор, выносить его на бесплатные вот эти мусорные контейнеры. Это касается стекла, это касается каких-то, может быть, пластиковых там бутылок, которые просто занимают там объем, например, этого мусорного бака. И тогда может возникнуть вопрос, что вдруг эти контейнеры не заполняются, ну вот... Платные контейнеры. Я имею в виду, да, платные контейнеры не заполняются в полном объеме, и, по идее, нужно было бы уже
или реже вывозить, или сократить, может быть, количество контейнеров, если их там несколько стоит. И тут, я понимаю, вот как раз... Тут возможны проблемы. Угу. Тут возможны проблемы, хотя такая возможность предусматривается, но она жестко не оговаривается. В принципе, можно менять частоту, вы правильно говорите, в определенных пределах. Дальше можно сокращать объемы. Но я хотел бы вот подробнее остановиться на сортировке мусора. Я сам для себя решил, вот мы с женой решили, что давайте-ка, давай проверим, что значит сортировать мусор. Ну, неудобно, да. То есть заставить себя, бросая что-то. Мы поставили, ну, грубо говоря, два мусорное ведро и пакет и договорились, что в мусорное ведро уходит то, что не сортированный мусор, а сортированный мусор сегодня считается в один контейнер идет металл, бумага, картон, пластик. То есть это колоссальное количество объема, которое есть. Это первое. Второе, что мы договорились, что давай мы с тобой так, все-таки мусор перед тем, как его положить куда-либо из этих емкостей, мы его максимально сократим объем. То есть сомнем или порвем, или как-то. Ну, вот за две недели я на это на собственном опыте понял, что порядка 80% уходит в бесплатный мусор. Абсолютно. У меня та же самая ситуация в семье, только разве что, ну, не знаю, там картофельные очистки, там какие-то, ну, то есть то, что это идет вот в основном... Органика, да, да. Органика, да. Идет органика, идет, допустим, грязная какая-то тара, то есть там... где-то с остатками там, масла, жира и так далее. То, что а мы даже ее моем. И ну вот, видите, можно идти и дальше. Поэтому я хотел бы, во-первых, призвать рижан сейчас напрячься, несмотря на ну, предполагаемые неудобства, и начать активно, коллективно сортировать мусор. Это первое действие, которое мы должны совершить коллективно. Потому что, на самом деле, если мы будем это делать индивидуально, то все это прекрасненько, но тот, кто не будет делать, он просто будет жить за счет того, кто это делает. Потому что стоимость вывоза мусора, она ложится на весь дом целиком. И если трое из дома не сортируют, а остальные сортируют, то... Значит, то вот эта лень этих троих, она будет распространяться на всех. Ну, и я бы просто хотел призвать всех, попробуйте. Возьмите за принцип попробовать. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый. По поводу вот вывоза мусора, да, господин Сидорко очень хорошо все сказал. С самого первого дня я сортирую мусор. Но я вижу, что весь мусор сбрасывают в одну и ту же машину. И дворник сегодня, вот сегодня только что вывозили, и стекло, и картон, все в одно. И дворник сказал, ребята, не надо напрягаться, все равно все в один мусорник идет. Зачем такое делать, кому такое надо? Ну вот, вот прошу прощения, а вам дворник сказал, вот у вас стоит три контейнера, один для обычного мусора, не сортировано. Минуточку, да. Я закончу, да, вас свой вопрос. А два других для стекла и для пластика, то, ну, условно говоря, они вывозятся бесплатно. Об этом вам дворник сказал, что когда вы рассортировали мусор по трем контейнерам, вы платите за вывоз одного. Об этом дворник сказал. А? Я этого не знаю. У нас вот я вам совершенно четко говорю, что вы это должны знать. И смысл на сегодняшний день не то, что делает эта компания с теми контейнерами, где сортированный мусор. Это бог с ним, это их бизнес. Куда и как они складывают. Но по всем положениям и сегодня, и вчера, и завтра контейнеры с сортированным мусором, если он отсортирован правильно, вывозятся бесплатно для вас. И в этом смысл. Что вы мучаетесь вопросом, что они с ним делают? Секундочку, как это, что мы мучаемся? Ведь есть какой-то порядок, который вы сами же организовали. Зачем тогда нужно... Я ничего не организовывал. Я такой же клиент, как и вы. Это первое. Второе. У вас есть... Понимаете, я еще раз повторяю. Пока нету массовой сортировки, вывоза мусора, может быть и такие ситуации, что в один контейнер. Потому что, это ну, уже 3 года. Я еще раз повторяю. Уже... Уважаемые, если вы вот так говорите, я повторяю, я сегодня говорю с точки зрения цены. Если вы нашли в себе силы и свой пакетик с картоном отнесли в другой контейнер, то этот контейнер будет обслужен бесплатно. Понимаете? Да, хорошо. Спасибо. Да, спасибо. А вот спасибо. Я еще раз повторю, мы начинаем сразу забегать далеко. Не надо забегать далеко. Нам сегодня поставлены условия. Вы сортируете мусор, платные отходы и бесплатные отходы. Так давайте мы это выполним.
Да, и пускай вот эти компании... А дальше компании... уже кто куда везет, ну, пусть они везут. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Знаете, такой вопрос. Вот у меня в центре я живу. У нас вот в подворотне носят с других домов и выкидывают мусор, мы не можем контролировать. Представляете, я сам несколько раз ловил, я говорю, что вы носите к нам? А там то обругает, то что, вот что нам делать? А ничего. Я очень так грубо ответил, извиняюсь, но ничего. У нас та же самая ситуация не в центре, а в, скажем, в том же Порциемсе. Дело в том, что есть определенные маршруты движения людей, и ничего ты не сделаешь. Если человек идет на автобус и берет с собой мусорный пакет, и он его выкидывает туда, который, в тот контейнер, который ему по дороге, он не будет идти назад, за дом, выкидывать свой и возвращаться. Это уже другой немножко вопрос. С этим никто никогда, я думаю, ничего не сделает, потому что никаких полицейских мы в этих контейнеров не поставим, и никаких замков особо там сверх каких-то хитрых тоже. На самом деле, я думаю, что это второй порог нашей системы с вывозом мусора, то, что на себя организация обслуживания вывоза мусора должен взять город. Mm-hmm. Расположить контейнеры там, где это нужно, с точки зрения логистики и минимизации тех же маршрутов грузовиков, сделать эти контейнерные площадки на несколько домов, а то и на группу, большую группу домов одну, с тем, чтобы это было, ну, можно было как-то привести в порядок, централизовать и так далее. Ну, и, соответственно, дать возможность людям выкидывать мусор там, где им удобно, а не там, где, допустим, тебе позволяет земельный участок. И при этом администрировать сами. Никакой проблемы в этом я не вижу большой, потому что количество зарегистрированных персон в городе Риге хорошо известно. Какую плату они должны нести, тоже и хорошо известно. Почему нет? То есть сделать так, чтобы это была услуга общей вообще для всех, ну, и затем верно. Просто раскидать абсолютно на всех зарегистрированных. Сегодня что мы начинаем делать? Мы сегодня начинаем делать так. У каждого дома должно стоять 3 контейнера. Значит, мы очень сильно заботимся об экологии. Значит, этот грузовик, который там какого-то 7-го или 8-го поколения по экологичности, будет чих-пых от одного дома к другому дому. Значит, известно, какой бы у тебя ни был экологичный транспорт, то если у него старт-стоп, непрерывная функция, нет оптимального режима движения, то он будет выбросы делать ничем не хуже, чем, скажем, и совершенно старый грузовик. Потому что это самые такие неблагоприятные режимы работы. Здравствуйте, ваш вопрос. Да, доброе утро. Доброе. Я хотел спросить мнение вот господина Сидорко. Вот за границей это много таких площадок и контейнеров, таких как полузакопанные в землю. Вот почему в Риге таких контейнеров не ставят? И нужны ли в Риге такие такого типа контейнеры? Спасибо. Спасибо. За границей есть, да, и сейчас предлагаются на рынке контейнеры полуподземные, полуназемные, полуподземные и полностью подземные. Есть такие контейнеры, они доступны. Вопрос в том, даже я скажу больше, последнее то, что я видел, решение, это еще предлагаются локальные мусоропроводы к этим контейнерам, что вообще из этих подземных контейнеров... Мусор по определенным маршрутам собирается куда-то к точке вывоза. Но я могу сказать так, это вопрос, первый вопрос – это земля. Такого рода контейнер, то есть это же не секрет, что нужно под этот контейнер выкопать какую-то, вынуть грунт, его разместить, и делать это ради одного дома – это чрезвычайно дорого. Поэтому потом там сама техника, которая опустошает этот контейнер, она тоже должна быть другого типа. Да, есть такие контейнеры, есть еще более замысловатые штуки, так называемые пресс-контейнеры, где не только еще собирается этот мусор, но он еще сразу предварительно прессуется и так далее. Но для этого нужно решить вопрос о том, чтобы мусор вывозился за границей. Это в основном муниципальный заказ, и муниципалитет это организует и делает, администрирует. Это нужно тогда решать вопрос с землей, потому что мы нарезали, государство нарезало каждому дому кусочек земли. Ну и кто теперь согласится на своем участке поставить что-то? И вот сейчас нужно этот вопрос решать, потому что такого рода
контейнеры, они очень красиво выглядят, они занимают внешне, по крайней мере, мало места и так далее. И, конечно, это гораздо более прогрессивное решение, но тогда в этом случае нужно решать вопрос, насколько домов оптимально такую площадку организовывать и сколько, каким образом решить вопрос размещения, потому что между домами зачастую муниципальной земли нету, значит, надо кого-то из собственников каким-то образом прижимать с тем, чтобы уговаривать или вынуждать его соглашаться на размещение подобного оборудования. Вот наша слушательница, которая вот все возмущалась по поводу мусора, просто я хотел, ну, может быть, тоже пояснить для наших слушателей, что дворник сказал, поскольку все равно ссыпается в один, значит, вот не надо туда бросать. Ну, я имею в виду в отдельные контейнеры для стекла и отдельные для пластика, дескать, не нужно их использовать. Но тогда получается, что если люди будут кидать стекло и пластик в свой контейнер, то получается, что им придется и платить больше. Да. То есть это... если больше там что-то 15% или 10% содержимого контейнера для сортированного мусора заполнено несортированным, то за вывоз этого контейнера придется платить. Вопрос в том, что... Когда вот сейчас говорят, зачем мы будем это делать, я вот сортировал, это вывозится одним. Насколько я понимаю из тех выступлений, из той информации, что у меня есть, в Гетлинях сегодня весь мусор подвергается такой грубой сортировке на месте. И, скажем, я не уверен, что на сегодня есть отдельная линия по переработке того же стекла. Там, для... Но я еще раз хочу подчеркнуть, это не наш вопрос. Если мы собственники квартир и не хотим платить по 20 за семью с трех человек по 20-30 евро в месяц за вывоз мусора, то мы должны активно сортировать и сократить этот счет. И это в наших руках. Если обслуживающая компания будет себе в убыток сортированный мусор вывозить вместе с несортированным, это их проблема. Они так долго не продержатся. Поэтому давайте мы регулировать, если мы сегодня оказываемся с одной и с другой стороны, с точки зрения заключения договоров и цены абсолютно беззащитными, давайте защитимся с той стороны, где мы можем защититься. А наша защита – это сортировка мусора, активная. То есть, таким образом получается, что можно, если весь дом организуется, можно сократить до 80, как вы сказали, до процентов. Примерно до объема. Потому что, на самом деле, тут же, понимаете, те, кто устанавливает правила игры, сегодня исходит из того, что это объем. А объем, вот если вы возьмете ведро, заполните картоном и пластмассой, хоть и смятой, то это по весу, это вообще почти ничего. Вот органика, то, что не попадает вот в эту сортированную массу, там это и будет иметь вес. Оно не будет иметь объема, но оно будет иметь вес. Ну, а мы будем его сдавать по объему, нам это выгоднее. Поэтому давайте работать в том направлении. Это то же самое, что вот по системе отопления. Я просто вспомню ваш интерактив. Повлияла ли теплая погода на стоимость отопления? В домах, в которых система отопления находится в таком, ну, скажем, исторически стандартном состоянии, вот как такое, как оно сложилось, не сильно поменялось в зависимости от погоды, я сразу скажу. Потому что мы настолько умудрились за эти годы вмешаться в работу системы отопления и ее разбалансировать, что там ничего почти не влияет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. А вот вам не кажется, что, может быть, проще было бы запретить полностью весь пластик, пластиковые пакеты, тара, ну, все, что делается. Я думаю, что это был бы плюс и экологии, и деньги сохранились бы в бюджете, меньше было бы переработки мусора. Как вы думаете? Вы знаете, для меня эти вопросы такие, они очень сложные. Потому что на самом деле проще, да. Запретить вообще всегда проще. Я знаю, что я своему ребенку в свое время запрещал все, что угодно, и эффект от этого был нулевой, потому что он уходил за угол и продолжал старательно делать то же самое. На самом деле здесь надо смотреть комплексно. Сегодня запретить пластик, наверное, можно. Я приведу пример, что произошло с запретом пластиковых пакетов. Шуму много, цену взвинтили в
от нуля до бесконечности, то есть оно в свое время не стоило ничего в магазине, сейчас стоит 20 центов, и одновременно исчезли из супермаркета, из сетей супермаркетов пакеты долговременного пользования. Угу. Они просто исчезли. Вот обратите внимание, ни в Максиме, ни в Риме после Нового года вы не найдете. Вот раньше висели эти пакеты, да, типа, да, сумка. Сейчас они не висят. Все. Значит, кто получил выгоду от этого вопроса? Вот у меня вопрос. Ну, вот мы типа продекларировали запрет. Ничего не запретилось. Кто-то получил какую-то сверхприбыль от этих пластиковых пакетов. Государство доходов на борьбу с пластиком не получило и так далее. Потом, ну, если уже так вот серьезно отвечать на ваш вопрос, а кто оценит последствия для пищевой промышленности? Сегодня же у нас система, когда вот при такой массовой концентрации людей, система производства пищевой промышленности, ведь пластиковая упаковка – это не просто кусок пластмассы, там она достаточно сложная, серьезная, многослойная, с тем, чтобы максимально обеспечить долговременную сохранность продуктов. Мы от этого откажемся, и что? Значит, системы больших магазинов погибнут, потому что они могут работать тогда, когда они могут закупать в очень больших количествах товары и в очень больших количествах их хранить. Хранить, да, и длительное время, тогда это все может работать так, как это работает. Значит, тогда нужно вернуться к системе советского маленьких магазинчиков. Угу. И, возможно, наверное. Но тогда, я думаю, что подорожают и продукты, потому что их придется хранить кратковременно. То есть магазины должны будут закупать небольшими объемами. Ну, соответственно, тут получится очень много чего. Значит, возрастет сразу появятся логистические проблемы, потому что там надо завозить. Допустим, сейчас молоко там стоит на прилавке 6-7 дней, а есть масса молока, которая месяц спокойно и два выдерживает. И одна фура пришла раз в 3 месяца и стоит это молоко. Значит, надо будет каждый день. Ну, тут понимаете, тут запретив одно, непонятно, каким последствиям это вылезет. Да? И, питьевую воду, да, например, как продавать? То есть, неужели бы в 5-литровых стеклянных бутылках, в этих банках придется продавать? Ну, я бы сказал даже так. Сейчас все эти фабрики по производству продовольствия, мяса и так далее, это просто целые конвейеры, которые работают в расчете на то, что та же курица, она сохраняется там неделю-полторы. Ну, давайте мы сейчас этот цикл хранения нарушим, и что получится? Значит, останавливать это производство, откуда будем брать? Ну, я еще раз повторю, тут для меня вот вопрос запрета, он всегда вопрос такой, он неоднозначный. Ограничить, да, можно. Сегодня мы можем что? Мы можем сегодня повлиять на экологию каким образом? Ну, сортировать, потому что понятно, что пластмассу можно перерабатывать. Ее можно неоднократно перерабатывать. Там, скажем, если там первичная пластмасса идет на изделия, которые требуют, ну, на те же телевизоры и так далее, то есть на те изделия, которые требуют внешнего вида, то повторная пластмасса идет на изделия, ну, какие-то внутренние детали, упаковочные материалы и так далее. Это неоднократно перерабатывается. Давайте сортировать. Давайте сокращать потребление чего-то. Но давайте не действовать системами запретов. Опять это надежда на то, что запретим, и что? А что на замену? Будем просто брать, как первобытные люди, кусок мяса в магазине и нести его домой в руках? Ну да, это не очень-то и удобно. Так что даже если вот дворник вам говорит, что не надо сортировать мусор, все-таки задумайтесь над тем, что тем самым вы облегчаете вот свой платный контейнер, возможно, затем это окажется решающим моментом при заключении договора, что объемы вот этого платного мусора снизятся, и вам не нужно будет так часто вывозить эти контейнеры, и таким образом вы сможете сэкономить деньги. Ну и кроме того, действительно, если мы не сможем, я так понимаю, ничего сделать, мы беззащитны перед заключением вот таких договоров с компаниями, ну вот монополистом, то это вот хотя бы возможность каким-то образом минимизировать наш ущерб. Ну вот я бы сказал так, что здесь два выхода. Первый – это если бы сейчас вот население напряглось бы и в течение января-февраля активно стало сортировать мусор, во-первых, мы определились бы, домоуправление определились бы с реальными объемами.
или в значительной степени мы могли бы скорректировать уже объемы и посмотреть за эти два месяца, насколько что изменится. У нас есть до марта месяца еще время. Это первое. То есть мы изначально могли заключить договора бы более выгодные. Второй момент. Давайте не уходить от принципа целесообразности. Если запрет на пластик маловероятен, то, по крайней мере, сортировка. Это то, что в наших силах, и это, во-первых, сокращает наши расходы, во-вторых, это сохраняет природу. Потому что все-таки, я так понимаю, вот это такая грубая сортировка, потому что на Западе, я понимаю, там 6-7 фракций, которые делятся. Там даже, как говорят, там чайный пакетик, в скобочку эту металлическую отдельно выделяют и бросают в отдельный пакет. Но, тем не менее, если мы сейчас вот эту фазу освоим, то я думаю, что и сортировка на тех же на мусороперерабатывающих заводах будет легче. Все-таки сортировать мусор, который сухой, чистый, и ну, по таким фракциям, да там и по удельному весу можно, там по многим параметрам его можно сортировать и разделять, механизировать этот процесс. То есть мы внесем свой вклад и в защиту окружающей среды, с одной стороны, в возврат материалов назад в переработку, ну и сэкономим деньги. Я не понимаю, в чем здесь, и в чем логика дворника. Uh-huh. Выгода дворника я не понял, в чем. Просто сказать, что вот давайте не сортируйте, потому что в одну машину. Ну, во-первых, в одну ли? Так ли уж он точно все увидел? Да, так ли оно случилось. Ну что, на самом деле у нас уже время нашей программы подошло к концу. Добро пожаловаться. Председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко был в нашей студии. До встречи в следующий понедельник. Ваши вопросы готовьте, задавайте их по телефонам 67212-93-9 и 67213-93-9. Спасибо. Всего доброго.